Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Северный и южный циклоны объединились над Уралом, наступая на Сибирь своими теплыми секторами. А волны холода пока только формируются далеко у полярного круга. А теперь более подробный прогноз. 23 апреля в Новосибирске погода без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. В ночное время около 0, днем температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю отличного настроения.